Здравствуйте, это и сегодня у нас видео на тему обустройства дома в стиле эстетик. И одна подписчица мне посоветовала вместо музыки рассказывать истории от подписчиков. Так вот, слушайте историю от подписчицы с ником Тока Ютуб. Всем привет, я решила рассказать свою историю. Я сейчас в Турции, мы туда ехали примерно 3 дня. Вчера приехали в двухэтажный номер. Мы заходим в этот номер, а там практически ничего нет, никакой мебели, кровать, тумбочка и все. И кондиционер, и было там очень холодно. Номер был в очень плохом состоянии, душ был поломанный, и много чего там было сломано. Мы решили пойти поесть в бар, просто больше некуда идти. Мы поели, решили скупиться на завтра. И вот мы пришли в номер, и я слышу жуткие крики с мамой и ее другом. Моя мама думала, что это ребенок. Господи, я сейчас слышу эти крики, мне опять страшно. Не пугайтесь, подписчица потом написала, что это просто кошка орала. Что ж, переходим к следующей истории. Когда-то у меня в соседнем подъезде жила одноклассница Ангелина, и у нее очень красивая собака. Мы с ней играли, она давала мне на поводке ее водить. И все было хорошо, но в один день на собаку Ангелины нарычала другая собака, и из-за этого она переключилась на меня и укусила за ногу. Я позвонила маме по часам, мы все обработали рану, вот, и через несколько месяцев все прошло. Самое обидное, что бабушка Ангелины думала, что я спровоцировала эту собаку Ангелины, а Ангелина подтвердила. С тех пор у меня фобия на собак, а с Ангелиной я больше не общаюсь. Достаточно грустная история, у меня тоже фобия на собак, так что сочувствую тебе. Что ж, ну а больше историй мне пока что не написали, так что если хотите, чтобы я рассказала вашу историю, идите пишите в комментариях. Вот, так что теперь смотрите просто с музыкой.
что ж, вот такое обустройство у меня получилось. Бегите в комментарии, пишите, как вам обустройство, и историю пишите. В следующий раз, когда буду выпускать обустройство, надеюсь, будет побольше истории, и вам будет интереснее смотреть. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.